Атырауские прокуроры выявили почти 700 религиозных материалов экстремистского характера. Видео, аудиозаписи и литература находились в интернете в свободном доступе. Они признаны Генпрокуратурой запрещенными к распространению на территории Казахстана. 97 интернет-ссылок полностью заблокированы. Ведется работа по блокированию еще 36. Нами постоянно проводится работа по мониторингу интернет-пространства на предмет распространения религиозной литературы и экстремистского толка. Мы, как надзорный орган, продолжим работу в данном направлении и приложим все усилия для того, чтобы не допустить распространения подобных материалов через интернет и социальные сети.